Всем привет, с вами Шмагов, на канале Ушмы. Сегодня поиграем в новую игру, называется Inmost. Я, если честно, не уверен, что она с клавы пойдет, потому что она вроде как была под джойстик. Может быть и нет. Ага, мы зародили типа новую жизнь. Или нет? Видимо, да. Это типа принцессу вызываем, да? Или что это такое? А, от них надо убегать, типа, да? Или что? А, нет, мы будем за этого чувака играть. Это типа жизнь. А, и он типа рыцарь. И должен вызволить принцессу. Да? Или нет? Что происходит вообще? Сломал? А, ну да, принцесса, так. Графоний огонь. А, вот, мы за нее будем играть, да? Открыть. Я не дотянусь, уже поставить что-то на стол. А, так, хорошо. Что нужно поставить? Что можно поставить на стол? А, она не дотянется до отсюда, я понял. Так, а что мы можем поставить взять? Стоп, взять. Ага. Открыть. Она закрыта, да? Ага, да-да-да, все понял. А, еще табуретик один маленький. Я спрыгнуть смогу с тобой? А, да, смогу. Пас. А, подожди, ага. Пульки. Пульки. Прыгай давай. Ага, включили свет. А, вентиляционная шахта. Все понятно. Головоломочки пошли, да? А, я либо вниз могу. Так. Ага. О, свет. Свет это плохо, типа, да? Ага, понял. Не. Ай-яй-яй-яй. Thank you.
Воу-воу-воу-воу-воу. Это тоже проигрыш, типа? А, нет, или что это? А, теперь мы за какого-то чувака играем. А, типа, нужна коса. Ай! Прикольно. Я понял, нельзя попадаться сюда. Так, а как косу достать? Ей-ей-ей, ну не надо так делать. Подожди, мне надо запрыгнуть, типа, наверх. Я правильно понимаю? Эй, да ё-моё, чё за бред? Так. А, вот коса. Так, косу взяли, хорошо. Там еще какой-то ключик нам нужно будет сейчас достать, правильно? Это уже после косы, наверное, или нет? Так. Это что за гадость такая? А, говорить. Я уронил ключ в колодец. Папа накажет меня. Ключ в колодец? Зачем ты это сделала? А я наверх никак не могу запрыгнуть. А, вот сюда? Так. О, что это такое? А, ключик нашел. Зачем ты это сделал? А что я сделал? Почему ты толкнул меня? Почему это происходит со мной? Клиповый. Подожди. Ага, еще один. Ай, ё-моё! Я же не знал, что переворот-то будет такой маленький. Да не, хорош. Я же успел вроде, нет? А shift, на шифте он бегает вообще, нет? Хорош. Так. А, вот ключик. Чтобы сюда попасть, нужен ключик. А ключик тот там на этом самом. А чтобы его достать, это нужно попрыгули делать. Ключик нашли. Это куда? А, здесь нужен, я понял. Так, короче, нам, у нас тут загадочки одни. Крысы какие-то побежали. Ёптель. Не надо так делать. Ну блин. Это было нечестно. Ай. Чего положить? Пять. Мазафака. Отстань. А, вот. Хорош. Так. И там еще какая-то пипетка, да? Что это я взял? А, я взял эту, я понял. Так, это нам пока не нужно. Ты не можешь сюда забраться? Он не может сюда забраться. Так, мне надо, значит, как-то попасть. Ты такой. Прикол. Что происходит вообще в этой игре? Почему я вначале за... Ты помнишь? Нет, не помню. Do you remember it? Ты помнишь, что это была история о цветах? Я думал, что она добрая, я думал, она закончится хорошо. Шляпу взяли, хорошо. А чё мы со стариканского уже играем? Как? Я ошибалась, это история о боли.
расскажу тебе эту историю. Again. Снова. Что за... Почему все так очень странно? Флаг какой-то красный. Нет? Что, а я могу вниз спуститься? Нет, не могу. Не могу не прыгать. Она рассказывать-то будет или нет? Или мне нужно куда-то дальше пройти? Я не могу открыть дверь почему-то. Или могу? А, могу. Да, соряныч. Кошка там на окне. Были эти земли мертвые, лежали не в руках, и лишь шелест пепла звучал в тиши. А пришел старый ладник в земли и хранил странник искру в руке своей. Прожал странник руку и выпустил искру, и вернулся свет в земли эти. Light returned. Yet pain was Но боль была ценой света, и крики наполнили воздух. Time passed. Но стихли крики, grew silent. И привыкли к боли земли pain эти. Became a familiar friend. Some disappeared from и пропадали the люди земли эти, но не знал никто, away, сами ли ушли они, или боль развеяла их. Yet many also но не совсем remained. Опустили земли эти. Многие пропали, но многие остались. Castles, which once rose into the skies, fell into Сдымались к небесам стены замков, что будут. И время стирало их следы. Лишь одно не менялось из века в век. Все так же взирал на земли эти хранители искры, все так же впитывал людскую боль. Soaking up the pain of its people. Так, Ватиканских погладили, это хорошо, да? Или еще их надо гладить? Нет, не надо больше. Так, ну и чего? У нас там открылась дверь, я вижу, да? Нам туда, наверное. Может быть и... Это очень такая, типа, философская игра какая-то, видимо, да? Очень, да. Люди жили в землях этих. И росли люди цветы. Эпичненько, да. Что происходит до сих пор, я не могу понять. Что это за дед? А, это воспоминания, или это вперед, или это назад? Что это такое? Я могу тебя взять? Не могу тебя взять. Что я могу использовать? А? Нормально, хорошо. Опять эта гадость. Все, понял, да. Так. Осмотреть. Мне нужен молоток. Так, как Я не могу взять вот эту хрень? А, я могу вот, знаешь, как сделать? Вот так вот. Опа. Ой-ой, тю-тю-тю-тю-тю. Как вниз спрыгнуть? А, вот все. Я понялянс. Так, подождите. Подождите, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. Мне нужно разрушить эту хрень. И... А больше стрелы нету, типа? Подобрать стрелу нельзя никак, нигде? А, я, может быть, могу... Нет, не могу, фак. Надо стрелу найти еще одну тогда, получается. Правильно я понимаю или неправильно? Не, вроде все, все в принципе логично. Так, здесь что у нас? Эй! Гадость на полу валяется. Так, и что дальше? Дальше-то что?
Мне нужно выйти. Да я вижу, мне нужно открыть эту решетку. Да я понял. Дальше что? Блин, тут еще всякие там пуляются что-то. Механизм сломан, нужна рукоятка. Но рукоятка, нет у меня рукоятки. Я тебя понял, да подожди ты. Мне нужно... А, вот, что это такое? Там стрела внизу или валяется? Да, там внизу стрела валяется, все понял. Подожди, а как стрелу-то взять? Как стрелу взять? Так что ли? Скинуть типа надо или нет? Скорее всего... Да, вот она стрела. Так, так. Вниз, берем стрелу. А, там их много. Так, зарядили. Давай. Что там выпало? Там что-то выпало или нет? Короче, ну, короче, пока все очень как-то это. Так, хорошо. Молоток мы взяли. Так, подожди. Молоток мы взяли. Что там нужно? Я уже забыл. Куда мне теперь надо? Мне теперь вот сюда, по-моему, надо, да? А как мне сюда надо? Мне сюда не надо. Мне нужно вниз. Вон там, через ту дырку надо попасть. Все. Так, смотрите. Значит, мы сейчас берем и вот здесь делаем молотком дырку, правильно? А, это кирка, а не молоток. Ну, пусть будет кирка. Хорошо. Так, мне нужен ключ для той девахи, правильно? Так, подожди, здесь что у нас? Здесь я поднимаю эту курицу. Сейчас, а как бы... Подожди, а где-то... Что-то я забыл, а куда мне еще нужен был молоток? Где-то здесь же еще, да, был? А, вот, да, вот сюда. Так, там ей ключик нужен. Точнее, ей нужен не ключик, а ей нужен... Буль-буль. Я перепрыгну, интересно, или нет? Кого толкать? Ой. И что это мне дало? Взять? А что я могу взять? Вот эту хрень надо дотащить до нее, типа, или нет? А, я перепрыгну, все нормально. Разбить, что это такое? Что это мне дало? Ничего это мне, по-моему, не дало. Ой! Страшненько. Вот ключик. А я туда не попаду уже, да? Да, я туда не попадаю. Прикольно. Или нет? Как быть? А, наверное... Нет, не знаю. А как быть? Подожди, серьезно. Может быть, мне нужно взять ту штуку, перетащить? Подожди. Вот эту взять... Не. Смотри, мы можем там вот разбить. Можем мы тут разбить? О, можем, да.
Все, понял. Так. Теперь мы берем вот эту хрень. Так, и тащим ее до... Оттуда, не знаю. А, ёшкин, матрёшкин. Все, понял. Ключик мы взяли. Так, теперь что нам нужно? Теперь нам нужно... Тихо, тихо, тихо. Ага. И как до тебя добраться? Не, нам нужно обратно. А, обратно я уже не попадаю. Не, я не допрыгну до этой хрени. А как тут быть? А, все, понял. А что там у нас? Подожди, там что-то есть. Вот это что такое разбить? Ну-ка. А, ну это просто это... Блин, а как тут, подожди, пробежаться-то? Что-то я туплю. Она в меня сейчас будет... Нет, не будет, все, хорошо. Так. Нам нужен еще рычаг... Нам нужен еще рычажик. Ключ-то мы нашли, это ладно. Подожди. А где тетя? Тетя? Тут же была девочка. What the fuck? Что можно срезать? А, всю траву можно порезать. Мы с тобой же эти. Я понял. Так, 8 из 85. Это типа сохранение или что это такое было? А вон там наверху что такое колбасится? Как достать это наверху? А что тут было? Я уже забыл. А, тут коса была точно, да. Все, вспомнил. Так, подожди. А как наверху достать? Я тут не допрыгиваю, да? А, наверное, знаешь, что сбить чем-то, да? Потому что... А что я могу разбить? А, ну, короче, мы тут можем вообще все делать. Да? Скорее всего, это нужно сбить, попасть вот в ту хрень. Короче, какое-то метательное оружие нужно, да? По идее. Или нет, не знаю. Так, а что мне? Подожди, я тут уже все сделал же, да? Так. А, вот еще какой-то ключ. А, все, понял. Это что у нас? Это ключ? Или это у нас этот? Блин, там же еще и девочка застряла в этом. Нужно как будто туда как-то попасть. А можно вниз мне камеру? Нельзя пока? Подожди. А я могу разбить вон ту бочку? Вот эту вот. Могу разбить? Нет? Нет, могу. Хорошо, так, пойдем тогда, значит, вниз. Еще раз вниз. И еще раз вниз. Так. Так, там эта хрень будет сейчас ругаться, да? Давай, я думал... Ну ладно, да, мой косяк. Да блин! Это было нечестно, ну ладно, так. Животное, иди сюда. Ну блин, а как его... Ой! Так, подожди. Все. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Дальше что? А. Дальше мы просто перепрыгиваемся. Ну, прыгай. Ну, вниз тогда прыгай. Ну, блин. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Подожди, наверх. Нам нужно наверх. Мы же, в принципе, открыли эту хрень, да? То есть мы можем... Мы можем, в принципе, наверное, ей помочь уже, да? Все, сделали, отлично. Мы открыли тебе дверь. Я открыл решетку, да, это я. Я больше не хочу выходить. В смысле? Что началось-то? Так, это мы оказались... Да, я понял, где мы оказались. Так, а там какое-то животное плохое, мне кажется, да? Кто это? Это кто? Вот это кто валяется? Вы? Кто ты?
Ё-моё. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты шо? Ты шо, дурак? Фига себе. Прикольно. А как? А что делать надо? Ты! Ай! А че? А как? А, я все, я прошел типа. А я. А как спуститься вниз-то, алло? А, вот может быть там наверх можно спрыгнуть, подожди. Блин, ну это было жестко, если честно. Да. Ой, ёптель, он живой, что ли, еще? Падла тварь. А, его сейчас свет убьет. Наверное, да? Или нет? Так, подожди, ладно, там девочка, это самое, это ладно. А, так а мы оказались. А вот это что такое за хрень? Почему она меня остановила? А, все, я понял. То есть я могу теперь нормально тут путешествовать. Хорошо. В комнате ничего. А, я могу вниз спуститься. А, так это я здесь был. Подожди. Я же отсюда пришел, правильно? Да, правильно. То есть больше тут ничего интересного нету. Окей. Вроде ничего там не разбивается, как бы, да? Икс. Нет. Аж куда мне надо дальше? Сонные ребята. Это что такое значит? А вот этот пальчик, он что у меня? А, все, понял. Это смерть или нет? Дальше играем. А, играем дальше, отлично. Все, шикарно. Новая часть какая-то, да? Где я? Кто я? А, рыцарь света, типа, это, да? Ой, нифига себе, я... Я в прыжке могу бить? Что за Е? Я можно я буду прыгать? А, я могу наверх мяч. Не, ну это какая-то хрень, если... Да блин, дай прыгать. Как переключиться на... А! Cold was the light of the spark. Холоден был искры свет, и страшна была света цена. И... А, я могу просто разрушать свет. Окей, нам. Так, подождите-ка. А, мне нужно вот эту... Да блин, а почему ты не прыгаешь-то? У меня хп
Так, три удара надо этой большой какашке. Можно подпрыгнуть, пожалуйста? Я что-то... Блин, тут что-то с управлением случилось у меня. Небольшие какие-то трудности. Я понял, этот чувак не прыгает. Вот в чем дело. Все, я тупанул. Он. Я что-то побоялся сюда прыгать. Я типа умру там, да, или нет? Воу-воу-воу! Полегче, пацаны. И служили хранители многие из страха. Хранители страха. Хорошо. Воу-воу-воу. Но многие служили из алчности. Веришь, что исполнил хранитель желание за службу эту? Ой, ёп! Извиняюсь. Так. А, вон лестница. И собирали они боль для хранителей в землях его. И множили боль они сами. И чернели сердца их. А, священника убили, получается, да? Или кого мы сейчас убили? А, это опять, в принципе... А, мы опять за этого, за детка будем сейчас играть. А это какие-то воспоминания? Я, что происходит? Ну ладно, короче, неважно. Так, наверное, какие-то воспоминания, да. Играем за деда опять. Так. Опа, а тут что-то новенькое, смотри, они построили. А что это такое вообще? Я ничего не могу нажать, ничего? А могу нажать. Что я могу нажать? Где? Пользуюсь. Вниз куда-то? А, в кал... Нет. А зачем это мне? А, может быть, что-то поднять, чтобы сюда... Ага. Надо что-то сюда, короче, чтобы туда кинуть. А что я могу сюда кинуть, например? Ага. А. Не знаю. Что я могу туда... Я же тут все вроде уже пооткрывал. Нет. Это шутка. Мы встретились в маршрутке. Если бы я сидел там, но ты... Мне нужно побыть одному. Ну и побудь, а я тут что... Так, короче, нет. Так а мы там все сделали, в принципе. Что-то я не понимаю, куда там дальше ты. А тут что такое? Я могу разбить это? Так, тогда получается... Получается, что не получается. Хм. Нет, наверх. Вот это что за механизм? Я его тоже не могу взять, да? Хорошо. А, может быть... Воды? Не, не знаю. Короче, пока не знаю, что делать дальше. Так. Я на эту хрень не могу запрыгнуть. И вот в эту хрень не могу ничего сделать. Тут тоже, да? Что там написано? Активировать. Это что? А! Пока не работает. Так, хорошо. Мне, значит, надо что-то куда-то туда-сюда что-то положить. Правильно я понимаю? Правильно. Так. А чтобы сюда что-то положить, я не могу здесь спуститься никак? Блин, это мне столько опять нужно назад, что ли?
Ладно, ребята, буду заканчивать эту серию по данной игре. И если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга. Всем счастливо, всем покеда!